улице Новогинской звучит уже знакомая мелодия – гимн новой волны. Участники конкурса молодых исполнителей сегодня стали свидетелями знаменательного для музыкального фестиваля, да и в общем для Сочи события – закладки аллеи звезд новой волны. Красная лента разрезана, а конкурсанты спешат увидеть новый символ новой сочинской волны и обязательно сфотографировать. На звезде имена всех 16 молодых исполнителей, участников конкурса из 11 стран. Каждый из них теперь точно вошел в историю. Это большая радость не только для нас, для всех конкурсантов, для всей новой волны и, конечно, для телезрителей. И те спасибо Сочи за теплый прием. Еще одно важное событие финального дня новой волны – открытие памятной доски, барельефа конкурса. Памятное место появилось недалеко от Морпорта. Продюсер фестиваля Игорь Крутой разбивает бокал с шампанским. Такая традиция на счастье. Конкурсанты с интересом рассматривают барельеф, ведь это общее творение. Например, букву «Я» вылепил член жюри Филипп Киркоров, а герб курорта появился стараниями мэра Сочи. Это теперь останется в истории. На следующий год и последующие годы этих звезд будет много. И потом и гости города, и сами участники через многие годы приедут и посмотрят свою звезду, с чего начиналась карьера маэстро, карьера великих звезд. Сегодня, продолжая эти традиции, мы заложили барельеф. Аллея звезд и барельеф – это старые традиции новой волны, которые город Сочи, как теперь уже постоянная площадка конкурса, обязательно будет поддерживать и укреплять. А самое главное то, что при переходе из Юрмалы в Сочи я боялся утерять ту атмосферу, которая была вот в этом зале «Дзинтер». Мне казалось, что ее невозможно перенести, что это будет другой проект. Ничего подобного. Новая волна с собой забрала эту атмосферу. И то, что происходило в зале New Wave Hall, это была именно та атмосфера, о которой мы мечтали. Так что нам переживать не о чем. Сочи наш дом, и мы собираемся каждый год здесь проводить наш фестиваль-конкурс. Новая волна оставила свой не только творческий, но и вполне осязаемый след в Сочи в виде барельефа и звездной аллеи. Ну а город получил еще парочку памятных мест, которые, как видно, уже привлекают туристов. Ольга Десятова, Демид Даниловский, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.